Во вторник Турцию охватила новая широкомасштабная волна протестов. Ее повлекла за собой смерть 15-летнего подростка, получившего ранение во время разгона антиправительственных демонстраций летом прошлого года. Тысячи протестующих вышли на улицы Стамбула и других городов страны. Беркин Эльван сам в протестах не участвовал, он просто шел за хлебом, когда получил ранение в голову газовой гранатой. Подросток впал в кому и почти 9 месяцев, не приходя в себя, скончался в больнице 11 марта. Он стал 6-й жертвой столкновений между протестующими и полицией в Турции. Во вторник в отношении протестующих в Стамбуле полиция снова применила слезоточивый газ и водометы. По меньшей мере, один демонстрант доставлен в больницу. Протесты в Турции начались в мае прошлого года после того, как власти решили снести один из немногих зеленых парков в Стамбуле. Демонстрации быстро обрели общенациональный характер и нацелились на консервативное исламское правительство Таипа Эрдогана. Его обвиняют в чрезмерном применении силы в отношении протестующих. Недовольство в Стамбуле и Анкаре вспыхнуло с новой силой в последние недели, когда появилась информация о причастности премьера Эрдогана к коррупционному скандалу. Протестующие также обвиняют главу правительства в том, что он пытается усилить интернет-цензуру в стране и увеличить влияние на судебную систему.